наши после матчевую пресс-конференцию главного тренера футбольного клуба «Рубин Ялта». Есть вот Валерий. Валерий Вячеславович, с победой вас. Как оцените игру? Что получилось, что не получилось? Ну, во-первых, все-таки хочу поздравить и игроков, и те аудиторию, скажем, группу болельщиков, которые у нас есть, с победой. С победой. А если брать по игре, то я могу сказать, то, что мы играли с очень организованной командой, с очень, случайно не лидер Севастополя, и как и в игровых, в командных действиях, очень хорошая команда. Они лидеры, я как бы и настраивал ребят, то, что играем с лидером. Надо было не проиграть единоборство, взять подборы мяча, для того, чтобы в этом компоненте не проиграть Севастополя. А здесь тяжело что-то говорить, мне первый тайм не понравился. Не понравился. Мы играли немножко неправильно. Мы давали зазоры, давали команде владеть преимуществом. А те моменты, которые мы создавали, скажем так, подходы, мы их не организовывали правильно, не доигрывали. А здесь тяжело говорить, когда команда Севастополя десятером остались, да, здесь было уже преимущество у нас. Но отдам как бы дань уважения сопернику, они десятером забили нам гол. Видно, пока уровень готовности их позволял двигаться, они создавали нам большие проблемы. Во втором тайме, конечно, все поменялось. Начали играть немножко агрессивно, выдвинули второго нападающего. Игра вообще пошла немножко по-другому. Начали играть более активно в атаке, начали скрывать фланги, агрессивно играть при стандартах. И поэтому забили три мяча. Три мяча. Ну, в целом, я всем сказал на установке, ребят, мне надоело на пресс-конференции говорить, мы играли хорошо, но проиграли. Если давайте мы сегодня будем играть плохо, но выиграем. На данный момент нам нужна эта победа чисто морально, потому что ребята должны почувствовать свои силы. Я им очень благодарен. Это, наверное, первая у нас волевая победа, потому что мы перед этим проанализируем, если мы пропускаем один мяч, мы не отыгрываемся, мы даже ничего не играем. Сегодня мы проигрывали 1-0, независимо, там 10, сопернику надо меньше, но мы выиграли. Я поздравляю всех поклонников клуба, ребят, с победой. Спасибо. Спасибо.